О чем же мечтали россияне в 2016 году? Аналитики Яндекса задали ключевые слова «перестать и бросить» и подсчитали, сколько раз в году та или иная фраза вбивалась в поисковой строке. От чего же россияне хотели отказаться в этом году? На протяжении всех 12 месяцев в интернете искали советы, как бросить курить и пить. И все же гораздо чаще спрашивали, как перестать откладывать дела на потом. Больше всего пользователи хотели выучить английский язык и социологию. Мечтали, наконец, разобраться с дорожными знаками и освоить нотную грамоту. Если верить этим рейтингам, в уходящем году мы стали чуточку лучше. Во всяком случае, стремились к этому. Мы хотели перестать стесняться своего тела, нервничать понапрасну, кричать на своих близких и лицемерить. При этом мечтали научиться танцевать вальс, молчать, когда этого требует ситуация, играть на гитаре и даже использовать метафоры в речи. А также начать закаляться, открыть свое дело и бегать.